Мируна Лирика спрашивает. В одном из видео вы говорите, что в 40 лет необходимо предохраняться. А разве в этом возрасте у женщины не климакс? А разве женщина в этом возрасте может забеременеть? Дорогая моя Мируна Лирика, да, в 40 лет необходимо предохраняться. Если, я не знаю, какой у вас возраст, но если вы задаете такой вопрос, то вы относитесь к молодым людям, которые считают женщин 30+ уже старушками. Хочу вам сказать, что говорят, что медики, они такой испорченный народ, и у них никакой доли стеснения нет. Могут про себя все рассказать, показать, не знаю, что сделать. Хочу вам сказать, что вот мне сейчас 47 лет. И в моем возрасте у меня, у многих моих коллег уже давно климакс, а у меня этого нет. У меня регулярные месячные, регулярно, ровно через 23 дня у меня приходят женские критические дни. И длятся они стабильно, регулярно, пока никакого климакса. И вот представьте, если я не буду предохраняться, у меня, наверное, каждый год будет по ребеночку. Потому что у любой здоровой женщины я очень быстро беременею, знаю, проходили. Если я не буду предохраняться, 100% у меня будет очень много детей. Я против абортов. И по религиозным причинам, и по причинам моральным, нравственным, и по причинам медицинским я против абортов. Поэтому женщине необходимо предохраняться, даже если женщина в начале климактерического периода, когда у нее только начинаются сбои, или же пару месяцев не было месячных, то тоже нужно предохраняться, потому что у многих моих знакомых, коллег родились детки в 47+. И многие из них, это мои знакомые, мои подружки, знают, видят, наверное, смотрят это видео. Поэтому, к радости или к сожалению, предохраняться в этом возрасте нужно. Потому что женщина в этом возрасте может забеременеть и родить здоровых деток.